технические техники. Фестиваль национальных культур для Сочи – дело привычное и традиционное. Но на этот раз провели его не местные диаспоры, а студенты колледжей и техникумов. Ребята подготовили костюмы, приготовили национальные блюда. Рассказали гостям, чем цыганские котлеты отличаются от всех остальных. В целом молодежь презентовала культуру десятка национальностей, проживающих в Сочи. Ребята готовились целый месяц. Это очень важно проводить именно такой тематики мероприятия, как фестиваль национальных культур. Мы город Сочи, мы многонациональный город, мы всегда были гостеприимными людьми. И наша молодежь, наши колледжи распахнули двери свои для студентов разных национальностей. Фестиваль «Наскультур» прошел под девизом «Я люблю тебя, Россия! Я люблю тебя, Сочи! Я хочу, чтобы ты расцветал!». Поддержать молодежь пришли представители районных администраций, национальных диаспор города. Поприветствовала учащихся среднеспециальных образовательных учреждений и начальник управления образования Сочи. Не одно десятилетие в Сочи живут более 100 национальностей, уважая традиции, язык друг друга. И каким будет наш город завтра, зависит от вас, молодых. Потому что события делают люди. И сегодня эти события делаете вы. Какой будет ваша жизнь, наполненной, интересной, яркой, красочной, счастливой, зависит от вас. И вы идете в правильном направлении. Всех поздравляю! Ответственными за мероприятие на этот раз были члены молодежного совета при главе города Сочи. Ребята справились на ура, и в планах новый праздник, на который молодежь также пригласит всех горожан.